маленькое крыло сосед. Топ-80. Полевой ремонт. Да. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня 20 декабря, воскресенье. И мы с нашими учениками, с нашими учлётами выбрались на тренировку. Потому что, сами понимаете, навыки надо поддерживать. От этого зависит безопасность полетов. Сегодня мы продолжаем с Дмитрием упражнения по базовому курсу. Я сделал сейчас один тестовый полет, посмотрел, как крыло ведет себя в воздухе на различных режимах, поскладывал уши, соответственно, поработал задними рядами. Крыло отлично слушается такого управления. И сейчас у нас Дмитрий полетит выполнять полетное задание. Немножко расскажу вам о технике, на которой летает конкретно Дмитрий. У него совсем свежее, недавно приобретенное в нашем магазине Мирэкстрима крыло. Соответственно, это крыло Флакс в размере S. Небольшой размер, но для его веса вполне достаточно. Весит наш пилот всего порядка 70 килограмм. Для этих целей мы ему посоветовали приобрести вот такую установку. Это довольно известный двигатель Атом 80 от компании Витарази. Стоит он на раме от питерской компании SkyMax. Очень неплохой вариант для пилота, который весит, ну, в общем, он весит меньше 70 килограмм. Тяги установки вполне достаточно для любых полетов. Техника, на которой летает Герман у нас, Родионов, это, собственно, то же самое крыло Флаг, только в размере XS от компании Sky Paraglider.
смотрите, вот его бирка. Нагрузочная у него вилка 80-110 килограмм. Маленькое крыло, совсем свежее, купленное в этом году. Установка ТОП-80. Тоже не очень мощная, всего 80 кубических сантиметров. Вот, посмотрите. Но у него главное преимущество в том, что эта установка имеет минимальный вес. То есть здесь в полном собранном состоянии вес не превышает 20 килограмм, что является для не очень больших пилотов большим преимуществом.